Гипермаркет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Инцидент произошел в минувшую субботу в Добром. Как сообщают в пресс-службе УМВД о том, что в здании гипермаркета заложена бомба, в полицию сообщили по телефону около 8 часов вечера. В выходной день внутри здания находилось много покупателей. Как сообщают очевидцы в соцсетях, по громкой связи их попросили покинуть здание из-за того, что магазин закрывается по техническим причинам. На видео из соцсетей можно заметить, как люди неспешным шагом покидают территорию магазина. Только оттуда уехали, всех выгнали без покупок. За 3-4 минуты объявили, что есть задымление. Но при чем тут ГИБДД, непонятно. Думаю, учения обычные. Бежали всех быстрее, кассиры. После сообщения о минировании на место незамедлительно прибыли сотрудники силовых структур. Полицейскими была обследована вся территория гипермаркета, но бомбу так и не нашли. Была проведена эвакуация персонала и граждан в количестве 600 человек, а также оцеплена прилегающая территория. В результате проведенных мероприятий информация не подтвердилась. Предметов, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, обнаружено не было. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности звонившего.